Всем здорово, с вами Батя. Мы продолжаем играть в... Как она там? Rook of Ages. Да, кстати, Boulder это правда... Блин, я забыл, как это переводит. Это переводится, по-моему, как... Валун, блин. Во, это валун, точно. Вспомнил. Смотрите, у нас кастомизация есть нехилая такая. Опа, мы можем быть этим Стивеном Макфраем, который... Смотри, он насколько выше, чем обычный человек. Да, но смысла не вижу в этом. Можем быть Коперником, кстати говоря. Можем быть Адамом Евой сразу двумя и быть Криком. Почему-то он в шортах. Или он там тоже в шортах. А хер его знает. Я не знаю, мне тут никто прямо так уж там, чтоб... А, это тут... А, это тут Стивен. Эти его оставить, типа... Смысл, смысл в костюме. Уху. Ты понял? Ладно, вот это мы можем поменять еще. Да куда ж ты? Что-нибудь более благородное. Опа, ничего тут какие символы там. Да куда ты? Почему ты не... Опа! Вон, что-то классное возьмем себе. Типа кельтское. Огонь как выглядит. Не, так. Вечный огонь, как в Ведьмаке. Кастомизация такая нехилая, то есть, получается. Да ты что ты будешь делать? Смотри, я стал капитингом. Да твою мать, ухо! Да твою мать, куда ты? Что за дебильность? О! Вот, солнце, луна, что ли? Давай оставим либо это, либо... А, подожди, тут еще смотри, что есть. Опа. Да куда ты? Это что за цвет-то? Ага, опа. Да ё-моё. Вот, такое оставим. Подожди, что это? Опа. Пачки, ты посмотри, как я гой. Не, мне не нужен он раскрашенный. Не, масончиками мы не будем иллюминатии, да? Мы будем нормальными такими это. Ну вот, давай мы типа кельтами стали на время. Да знаете, Коперник как бы это хорошо, но все-таки тут нет такого, чтобы я сказал прямо, эта личность прямо круто, сильно обожаю. Давайте продолжим, а херню сниматься перестанем. Собственно, так, кого мы там, мы наказали этого-то? Мы не наказали эту, кстати. О, наши флаги везде, теперь я их узнаю. Без кастомизации все-таки, знаете, хреновато. Подожди, мы что не наказали? А мы ж не наказали же нашу эту, нашего персонажа родного. Давай не будем только заново смотреть. Да, это она. Сейчас бы вот мог бы на его месте быть ты. Если ты Коперник или Стивен Горец или еще кто-нибудь. Но это не ты явно, поэтому тебя здесь нет, скорее всего, в этой игре. Не обижайся, меня здесь тоже нет. Возможно, через сотню лет кто-нибудь, да, может, через 20, кто-нибудь сделает игру со мною. Я же великий ученый. Так, Пейн Булдер, Палон Булдер. Да, это глыбы, я вспомнил. Подожди, это. Давай, может, попробуем на этом. Слышь, хотя. Не-не-не. Давай попробуем вообще стандартный. Стоп! Я вот что понял, ребята. Я опять ту же ошибку сделал. О, изи. Только так я смогу ее выиграть. Без обид. Без обид. Я не смогу ее выиграть. Ну ты посмотри на нее. И на меня. Да, я каменный мужчина. Кстати говоря, у него нет важного одного признака, о котором не то чтобы стыдно говорить, о котором мне стыдно говорить. А, это друг Сизифа и Атласа. Очень такой прекрасно круглый валун. Это тот самый валун, который Сизиф таскает, короче, он сбежал от него. Подожди, strength, speed, damage, weight. Так он что, не отличается, что ли, ничем? Это же за ублюдок. Это с планетами, которые он, смотри, сколько дамага наносит, давай попробуем его. Что за ублюдок, как я так-то? Мы это брали, я помню, брали вот эту хрень. То еще башни обязательно. Последний остался. А кто им будет? А, вот эти будут. Они очень важные, насколько я помню. Ready? Конечно, of course.
Топ. Так, тут мы делаем, как вы помните, мы тут делаем все на мышоклаве, клавомышке, потому что неудобно делать по-другому. Так, я все забыл, короче. А, вот. Не обессудьте. Так. Вот оно. Это мощь Мордора, бля. Да, ты что ты будешь делать, да? А, во! Я-то думал уж. Я обосрался, а нет. Фу. Она полюбас какую-то из этих то раздавит. Денег-то нету. Но мы сделали банков много, нормально будет. Подожди, как тут херню-то убрать? Мы сейчас выйдем, так что мы не будем за нее как бы смотреть и хреначить молнии. У нас надежда на наш высокий дэмэйдж, дамагеров наш, в общем-то. Наш русский дамагеров. На него вся надежда. На наш, в смысле, не по ней, а в смысле по ее замку. Давай. Да клевый камень-то. Сейчас два сапога-то там как копошат в углу, короче, не могут его доклевать. Вот, этого я ждал. Так, это, собственно, он изображает планету. Он что-то может же. Вокруг него катится это. Норм. Да вообще. Так, она банка не строила. Это кто такие? Фу, кит, уйди от меня. О, мимо. Неудачник Зевс. В твоем исполнении. А я думаю, что она это? Она только выехала. О, почему она это сделала? Он медленный, и насколько тяжелый, он не знаю. Он барены эти, которые меня, короче, как, наверное, напрягали всегда. Смотри, что они творят. Их надо прямо объезжать, короче, сильно-сильно. Дэмэк Геров в этой... Валунины прямо сильные, но типа я не знаю, как она поведет себя на льду. Ё-моё, вообще ничего не останавливает. Ну типа как, на льду, ну и чё на льду? Надо типа как бы этот прокатываться-то. Просто оно, знаете, оно же в третий-то раз не будет, тебе снова льдом. 200 дамага, нах. Как с куста. Кто мог подумать, что она настолько сильная хернина. Да ты дай ты ей этой молнии, короче. Тут она не сможет. Бляха-муха смогла, но в следующий раз ты не сможешь. Вау. Ее дамагеров-то очень тоже сильно, если ты мог заметить. Что мы сделаем? Мы тут бомбы поставим. Че? Где можно? А, нету денег. Понятно. Почему ее не остановили эти хрени, кстати говоря? Они стреляют и тормозят процесс катания валуна. Но что ты видишь, даже на легком уровне, до хрена легком уровне, мы снимаем одинаковое количество, потому что у нее взрывается, но у нее взрывается не всегда, это я тебе точно говорю. Значит, моя дебильная тут расстановка у меня получилась, я так понимаю. 305 стоит следующая шахта. И, походу, как бы здоровье валуна, оно влияет конкретно на то, сколько ты дамага нанесешь. Я не знаю, я что, буду разбираться, думаете, в механике игры? Да нахрен мне это надо. Главное, чтобы весело смотреть было. Ну, или удовлетворительно хотя бы. Хрен узнает. Подожди, киты эти, как бы, ну, так целую землю китом, как бы, не проймешь. Хотя она и стоит там на трех китах, как бы, как в школе-то учили. О, бык. Смотри, она только скорость мне придала. Надо во всем извлекать плюсы. Какого хрена? Об этом как плюс извлечь? Да бык сраный. На, сдохни. Мы убили быка. Вражеского быка. Так, не надо. Хрен его знает, она уже рядом, если что. Да ты чё творишь-то? Ты мне нервы хочешь испортить? Ай, собака. Это я говорю, это геймпад ублюдский. Так, тихо, где ты там?
Да какого ты хрена? Сколько там? А, капитюлечку совсем. Маленького представителя рода капитингов она мне нанесла. Так, тогда как бы ее присобачить-то? Как разумнее всего будет? Хрен его знает. Он, наверное, как-то по окраинам, скорее всего. Я не понимаю, кстати, клетки, где можно строить, где нет, они как светлее, темнее или должны быть. Но совсем темные, это, судя по всему, нет. 23 из 29. Ага, так оно вот что. А уже нельзя. Столько просадил на бомбы. Дело в том, что я быстрее сейчас доеду и просто, ну, как бы аннигиляция, как бы все. Вот в чем вопрос-то стоит. В том, чтобы уничтожить первым. Сейчас мы на изи будем играть, я так чувствую, потому что что-то напрягаться в игре про огромные валуны мне неохота совсем. Я понимаю, она типа это... Ола! Коты, 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 тихо, тихо. Они сильно, они даже и землю могут зацепить. Напрягаться, типа, могут сказать, там это там как бы надо, типа, кому надо, тому и надо. Тут пусть и проходит, тратит на это прям время, нервы. Летсплеер, он никогда не бывает там супер охеритель. Ну, за исключениями. В некоторых играх, да. В игре гораздо важнее удовольствие, а не какие-то результаты. Это, сука, абстрактные, я, блядь, вот там абстрактные результаты. Потому что они не приносят ничего, короче, кроме удовлетворения такого же абстрактного. Ай-яй-яй-яй-яй, мама мия, как так-то? Смотри, тут можно скосить, смотри как. Ну, типа, и чё? Скошу. Ха! Стоять. Так, ублюдина, я первый. Я первый, первый, первый. Первый, первый, я второй. Я не второй! Ты чё делаешь-то, собака? Блядь, ты со своим этим, блядь. Со своим ебаным кодекс. Хуеплёдекс, блядь. Какого хуя, блядь? Нихуя не реконнект, блядь. Пидораса кусок-то ты, блядь. Ёб твою мать, а чё тут там? Блядь, как так-то? Пиздец, сука, с это я ёбнусь, блядь, именно вот с ней как бы играя. Блядь, а какой там я этот поставил, ты не помнишь? Ебать, все эти игры на результаты не так треплют нервы. Ёбаный урод. Уйди нахуй на карту. На изи, блядь, поставь. Мальчик, мы летим, да, обратно дай. Победочки нам. Чем папка, блядь. Пиздец. Ты, блядь, ты... Сука, блядь, ты... Что такое пидораста, блядь? Ёбаный у тебя в рот чертила, блядь. Ёбаная игра, блядь, про камни. Сука, если бы он мне отключал, я, блядь, давно бы порвал тебя, сука, блядь, со своей метлой. Бля, у него ебальник, как у Жириновского. Так, так, так. Коровы, вот что не достав. Коров не доставало, ты посмотри-ка. Всю ту катку не достала коров. Сука, я заебусь, блядь, с тобой. Ебаная хуета, блядь. Ишь, как так-то, ёб твою мать. Так, первее всего мы ставим этого. Так, затем мы ставим коров. Нет, подожди, мы тут ставим бомбы. Так, коров нам нафармить должны эти. Она тут обычно пролетает. Я тебе точно говорю это. На фарме меня бином. Во, фармит. Заметь, заметь на индикатор, который там он. В полную, блин, противоположность. Вот меня.
куда профильные города смотрят. Сука, он ведь может смотреть не туда, я не знаю, зазеркалено оно или нет. Сука, а, вот они вы. Так, тут есть. Блять, как мне этот, именно вот этот левел задолбал уже, сука. Когда мы вперед-то будем это ехать? Короче, это надо вырезать, это позорище. Короче, без шансов ее оставил. Собственно, я ведь добился того, что она даже не доехала. Я сейчас тоже не доеду, сука. Но она полегла там, где я устроил наибольшее количество минных прямо приятностей всяких разных. Вот сейчас она выехала, как бы толку. Вот дебил там стоит, короче, пасет. Он только и напрягает. Уже ни хера. Жалкие людишки. Всех раздавил. А только образ. Да задолбал ты. Так вот. Континуя. Собственно, отлично, отлично это было, да. Опа. Дерево Феникс регенерирует какого-то тайла и используется для чего-то там. Так, дельфы у нас, дельфийский оракул. Изи, конечно же, изи. Да, о, греки пошли древние. О, это же Геркулес и лев. Это один из его 12 подвигов. Сейчас пойдет следующий, это какой-то вепрь. Силен, силен. Дом против нас, походу, и будет. Это гидра. Он качается ими. Ну тут же титан. Титан сильнее, чем герой полубог. Вэроу, даже ножка болит. Че, чувак, ты как бы нарвал. Он затаил Геркулес. Если вы не умеете читать. Латынянские буквы. Блин, неплохо. Это все с произведения искусства взято. Вот эта игра хороша прям сильно. Итак, что же нам взять? Солнечная Греция в сфере чайна. Давай попробуем, что такое вот эта вот хрень. Ох, Gunpowder Boulder explodes when it's used. It's hit several times. Can do massive damage. Короче, он взрывается. Так, это мы возьмем тогда. Чем еще? Взрывательное что-нибудь. Слонов возьмем хоть. Вот. Сука. Ну ладно, это, кстати, экспериментальное будет что-то. Ё-моёшеньки, да это что такое? Трасса дикая. Слоны не зря. Ха-ха. Давай, попробуй, проберись. Ну, чтоб у него таких же единиц. Че он там регенерирует? Я что-то не понял. Оба, он регенерирует слонов. Блин, да, она не задевает слона, эй. А может тут чещёк что будет? Правильно же. Так, тут у нас будет тогда, где там перелетать-то на ЭД. Вот такая ублюдина тебе подойдет. Опа, все. Не густо. Это же моя же собственная статуя, наверное. Откуда мы начинаем вообще? Там какая трасса-то надо же пропалить в Саране. Если есть такая возможность. А, мостики. Вот. А, он, мы над ним начинаем, он над нами. Вот, понятно. Давай точи быстрее, камень. Поехали. Ё-моё, он чиркает постоянно. Не надо бить, искра опасна для такой херни. Он реально чиркает все время. Это жесть какая-то.
Да чё за херня такое? Я взял такую ублюдство, ты серьезно? Не-не-не-не-не, так дальше не пойдет. Я еще и уровень не выбрал, да? Смотри, изи же надо. Изи, не хард, точно не хард, говорю тебе. Там было не хард. Это же Геркулес, я его как... Хотя у меня вообще тип-то. Это охеренно. Ну вот это слишком сложный какой-то шар. Давай снова планетарный попробуем. Так, не будем мы это дерево брать, я хрен знает, что оно вообще делает. Мы возьмем коров. Вот так мы соберемся. Камень Жириновский. Так, что мы там собрались делать-то с вами? Где там перепрыгиваем в него? Так. Так, а тут перепрыги тоже. Обожи майнеры, эй. Так вот. Затем слоники. Где он тут будет, это, будет тут, по-любому. Ага, и денег нет, вот так вот. Слушай, инфляция из-за вот этих майнеров начинается, замечаешь это? Так, но они, типа, все равно помогают, мне кажется, если, в конечном счете, просчитать, то, как ни крути, это лучше, чем без них. Иначе бы их вообще не добавляли, но, я думаю, да, так оно и есть. Ой, нога зачесала. Блин, это перед стартом-то. Джойстик нужно держать аккуратно, как я понял. Я кого-то задавил уже при старте. Это, а, это он же. Ты его не узнал из-за того, что у него это нету. Чё за... Вы кто такие? Бляха-муха, я вас не звал. Что я прихренел, я думал, это часть постройки. Пошли отсюда. Тут вазы, я думал, как бы. И это, может, крепости какие-то. Хотя на античные явно не похоже. Смотри, как огромная голова там, охрененная. Откуда требешеты в твоей античной Греции, дорогой? Кто эти люди вообще все? Вова, долетаю нормально. Для этой карты, я так понимаю, подходит. Да какого ты хрена ты делаешь? О! А чё, обстреливают меня или почему это вообще? Тихо, тихо, трудно управлять. Чё за хер-то такой? Хорошо, что оно дупляется долго. О, у него опять нильфгаардское знамя, я точно его заберу себе. Так, тихо, 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 чуки, друзья мои, так. Сука, не ломай мои коровники, а! Так. Пау! Сука, тихо, тихо. Ох ты ублюдочный. На-на-на. Пау! На-на-на. Не дали, молодцы, ребята. Вообще, чё? Это слоны же, ну. Это охренеть как-то. Слоны. Слоны всегда были грозным оружием античности. К слову-то говоря. Ну и ясен хер, громадина. Тем более они тут больше гораздо. Как махил, блин. Кто они там? У Толкина. Фу, что за... Ё-моё, на тебе раскраска такая дикая. Тихо. С этими требушетами, фу, да и мерзотные.
Они, кстати, плоховато отнимают, но они всегда попадают зато. Попутно давим там. На, ты обосрался, чувачок. Вот эти грозные оружия. Откуда там дроны деревянные? Вот эти? О, вашей античности. Кстати говоря, он не попал сейчас. Требюше. На, расстроили тут своих, понимаешь ли, храмов. Ну, если я буду геростратом. На время. Так, чё у него деревянный-то? Он, я вообще чуть не понял. Какой-то кусок сыра. О, хрена. Так, я не знаю, попал ли он вообще. Так. Быстренько отстраиваем. Какого хрена? Их две всего, да ладно. Так, 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 подожди. Отлично. Это не может их две быть. Что вы мне врежете? Почему не может быть? Бам! Да. Так, один остался. Вон в центре, нормально. Так, коровники. Чё бы сделать? Где он вообще там пядет-то? Ха! Какой-то никчёмный вообще камень-то, ты посмотри. Они тоже их убирают, интересно, что-то, по-моему, не было, кстати, деревянным, за квадратным в тот раз. Подожди, давай мы ему расстроим, так сказать, все планы, в том числе. Так, коровничек. Тихо, дай коровнику построиться. Бам! Ой, сейчас будет, да смотри. Эй-эй-эй! Ах ты, ублюдок! Не, толкай, толкай его, ребята, толкай, толкай его, толкай, толкай, толкай его. Ну-ну-ну-ну-ну. Дай. Бам! Не дам, не дам, не давайте ему, не давайте, не давайте. Эй, никчемный, на. Эй, никчемный, никчемный. Не, без шансов. Есть, ура. Так. Он мне слонов порушил, эй. Какого хрена я вообще отсижу? Поехали. У меня остался-то один заезд. Он тут настроил-то, посмотри свой. Да что это за огромная хренина? Я его просто объеду. Не на... Вот только без вот этих начинаний ваших. Ай, твою мать. Вот из этого, блин, это... Надлом тут какой-то, короче, с проводом. Чё за... Провода надо крепче делать, товарищи китаёзы. Да чё ты мне своих... Это вообще позднее средневековье со своими требюше, ну... Или высокая, может. На. Да не, ну, мне кажется, век. 13-й. Да как... Кто это? Что за пик-то этот? Он меня напрягает, короче, конкретно. Посмотри, что творится. Виды частные быки мелкие. Кстати говоря, он сдох. На. Какой ублюдский-то. Ты посмотри, он мне почти все снял, но этот камень, он охренеть. Это камень, кстати, Коперник. Или Галилея, я чуть не помню уже. А, подожди, сейчас же его ломать надо. В крайнем случае, совсем худо буду, я на клаве буду играть. Да я чё ты мне... Я говорю, на клаве буду играть, если ты даже заглохнешь. Континуя. Отлично. Вот эти ублюдские быки мне наконец открылись. Прекрасно же это. Ну, просто великолепно, разве нет? Подождите-ка, господа. А там ведь у нас... Либо в Турцию, либо в Италию. В Италию. Там же... Вот, у нас дела наверху не закончены, кстати говоря. Подожди, попробуем. В Довере, да, если вы помните, это Генрих VIII, который мне
прямо, да, он убивает одну из другую из своих жен, казнит, создает англиканство, а мы с континента ему приезжаем наваливать. Попробуем. Но не квадратный камень, это точно. Block of Ages. Не. Вот этот. А, или какой мы там? На изичах-то. У него летать много надо, поэтому. Это что такое? Ах ты, вот ты тут как можно-то. Вот они что разные, короче. Так, ну тогда быки вот эти. Потом вот эти. Не, спамить надо, так что возьмем шахты тогда. Чего у меня слоты-то не открываются? Вот этого я не догоняю, кстати говоря. Так, подожди. Где оно? А, во. Это где? А, вот оно. Я вот так сделаю, даже представляешь? Нет, тут мы слонами перекроем. Охренеть, это ублюдское место такое уже сразу. Так, так, так. Это ему, чтобы тут не развернуться. Вот эту хрень поставим тут и там. Инфляция пошла. Блин, я зря сразу два банка открыл. Инфляция пошла. Какая умная игра, да? И какое качество знамя, между прочим, довольно таки. Я не ожидал такого. Так. Как бы он по-любому что-то сломает, но оно его выкинет один хрен. 220 вольт бык стоит. Его надо сюда поставить. Но мы не успеем. Или успеем. Или успеем. Или успеем. Отличное начало. Сейчас посмотрим, насколько. Я вообще какой взял? Я взял крылатый, если что, взял. Не знаю, насколько. Не знаю, как пойдет, типа. Ну да, тут этот бы не долетал. Я тебе говорю, он бы не долетал. Он вообще. Этот-то смотри, что творит. Этот перелетает. Ну он же с другой стороны как? Подожди, тут расстояние, ты посмотри. Не, если я сейчас не выиграю, я возьму планетарный. У него дамаг. Дикий. Ну вот он бы так не сделал, допустим. Эй, кто там бьется? Тихо. Ну этот перелетай, ну надо трассу типа запомнить. Смотри, у него там он где летает вообще. Почему он вообще такой в римском стиле столько настроил, кстати говоря? Если он такой охеренный англиканин. Ну я не в туда же метил. Ну какого хрена? Это такая трудная трасса, короче, вообще не могу. Да. Да какого рога-то это, блядь, ты нас, она так вот, вообще такая дурная трасса. Тут даже тут прыжок, кстати говоря. Очень слабенький просто того, он кажется. Очень просто слабенький. Тут надо было, кстати, брать эти пердежки, эти взял, надо было брать, короче, взрывчатое вещество. Как он пролетел, интересно, тут вообще? А где там этот еще? Тут же не уместится два банка просто, ну никак. Ну да. Их два. Их точно два. Их точно два. А, надо было слона ставить.
Так, подожди, где можно поставить этого слона? Так, ради. Тихо, дай уставиться джойстик и поехали. Короче, не, вот хрен знает, а как он долетит тут, допустим, даже не срезая вот этот, но он же, ё-моё, на такую простяцкую ловушку попался. Он же ведь стоит-то на этом, кто он? Он же стоит на карте, которая про этих, как сказать, она же тоже, но она не такая сложная. Бляха, это вообще очень сложно, мне кажется, без крыла ты... Хотя, может, обычно тут смогла бы что-то сделать. Да ё-мо, вот мне кажется, может, этот как раз шар-то он говно для этой карты. Такой может быть, наверное. Он как-то, где-то он себя хорошо показал, как раз на карте против Галилея, по-моему. А тут, видишь, не очень, вообще не очень. Не-не-не, давай попробуем тогда другой шар, просто попробуем, насколько покатит вот этот с мощной прямо этой... Стопе, я не посмотрел, если это может быть этот, кто не тот уровень сложности. Не батевский изич. Туда, назад. Да, это был не он. А я, может быть, расколол бы уровень. Не заметив, что он аж на нормале, как какой-то математик решил уравнение, которое принял за домашнее задание для учеников. На самом деле это уравнение было никем до него не решенное. Вот это надо брать. Перделки никуда не годятся. Вот это по старой схеме. Бычки, вот это, я думаю, коровы или бычки. Не, коровы липнут. Слоны тащит. Все просто. Так, не-не-не, слушай. Второй банк сразу реально поставлю. Это вроде с финансами ты как раз и нормально, когда их так ставишь. Так. А, или ни хера не нормально. Надо коров поставить, еще успеть. Там коровка шевелится, смотри. Успеваем. Ты глянь только на это. Фармят-то нехило там они. Два слона. Ну нормально для начала, чего нет-то. Карта такая, короче, сейчас посмотрим, сейчас вообще гнать нельзя будет сильно, потому что я не знаю, как вот он на это будет перелетать, вот эти пролеты. Там-то низ, она тоже на столбах и в воздухе, типа там высоко над землей, даже выше, чем это, наверное, ну или примерно на том же уровне, но там нет таких пролетов. Это в карте с Коперником, или с Галилеем, что там был-то. Тихо, тихо. Обратно берем джойстик, точнее геймпад. Ну, смотрим. Это он норм перелетел. Ну, дай молнии с тем, кто прям так удовлетворит. Смотри, перелетает, и как бы урон-то мне важнее гораздо, чем этот. Тихо. Тут он даже пролетал-то, понимаешь? Ну ладно, вот тут он не долетел. Я просто забыл, что там за стеной реально пролет не маленький. А так спокойно он, смотри, ну нормально, стоит его брать. Вообще одна из лучших. Зато он скорость-то набирает, ты посмотри вот когда, да? Он же хорош, это хороший шар. Хороший валун, прекрасный валун. То есть да, и даже ему трудно, а тому вообще он какой-то легкий, это... Ангельский, тихо. Слушай, я ведь не поленюсь, ты ж меня знаешь.
Так. Вот тебе, сука. Тихо. Смотри, сколько я ему отнял. Как уничтожено он мне отнял. Так что видишь, как отлично это все. Ага, он тут пролетает у нас, значит. Такой друг, да? Типа умный самый. Так-то тебе не пролететь, типа конченый. Я мусор. Вот так еще слона надо поставить. Или, короче, коровник, представляешь? А тут что влезет, слон или коровник? Тут явно уже не влезет. Все, эту херню надо продать, подожди. И поставить тут, короче, этого. А, или что, теперь ничего не влезает? Вот я, короче, по-блюдски сделал. Так, как там коровка-то менялась направление? А, вот. Да ё-моё, я не могу понять. Во. Так, подожди. Ова, он тоже влез, смотри. Так, поехали, короче. Тихо, это я привык уже к этой капашине. Отличный, отличный шар, просто этот планетарный. Блять. Ну что ты будешь делать-то, а? Тут сильные перелеты, и как бы это тут скорость вообще надо держать. Ты посмотри, как накренены эти платформы. Понято. Теперь уничтожу. Такая безнадега, когда они все-таки падают-то, сука. Может, не дадите сейчас, короче, это? Эй, взрывайся. Вот, собака, давай, пошел. Просто я на него еще сейчас засматриваюсь, вот честно вам признаюсь. А, отлично, отлично, отлично. Давайте, слоны его, бросайте эту собачатину. Вон. Где он там нанес мне? Ага, он уже нанес. Смотри, как мало. Великолепно же. Так, эти клетки, они что, грязные? Это что за инфляция такая дикая-то у вас? Товарищи, это безбожно. Так будем делать с вами. Это дикость вообще, это так ублюдский, что я прямо сам сейчас психану со своей жестокостью. Смотри, как он раскрыл рот этот. Аккуратней, палец залетит. Этот Фридрих или Вильгельм, как его зовут, я забыл уже. Тут ночь просто поздно. Позднее. Уильям восьмой или кто? Вильгельм восьмой? Генрих. А, Генрих восьмой. Точно, я пишу, как забыл. С натягом перепрыгнули. Блин, я думал, это, короче, луна его заденет. Отлично. Отличный шар, надо, если что, его вообще брать, пока фаворит. Он, конечно, лучше может тут есть. Я уверен, что тут есть и лучшие шары. Лучше голубой. Тихо, да ты чё не допрыгнул-то, а? Эх ты. Так, куда он там? Там, кстати, Октавиан Август статуя, что-то это. Трудно по сторонам тут смотреть, но все равно замечаются такие штуки. Это много всяких этих стало.
интересных, это культурно ценных проектов в игровой индустрии. И люди со знанием там истории, культуры, классической все делают. Уберись. Уберись ты. Что ж такое-то? Так, отлично, отлично. Ого, о как. Я вообще вырублю, да и все, забрал. Так. Затанцевали, заплясали, открытый шар Генрикса. Ну, не знаю, уж есть его фанаты, но явно не я. Собственно, пройдемте-ка возьмем Battleship. У нас есть 10 побед, но мне кажется, рано. Это что за хрен такой еще? В Париже мыслитель, скульптура. Арена. Вот, ни хрена себе. Ладно, это мы в следующей серии, ребятки. А пока мы покоряем Европу вовсю, да? Все, а пока с вами был Батя. Все подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Если есть возможность поддерживать на Патреоне в кошельках, с вами был Батя. Рассказывайте о Батьке друзьям. Смотрите все другие видео. Все полезные ссылки в описании к ролику. С вами был Батя. Всем пока.